Я не понял, это что, есть? Это от малышу на дососка. О, елки-палки, ребят, у меня есть старшая дочка. Это старшая доченька у меня, обалдеть. Привет, привет, мои хорошие, ребят, сегодня мы с вами будем играть в симулятор мамы. Да, Вадим Котон будет мамой. Ну как мамой, мамой-папой, да? Да, ребят, да-да-да, будет очень интересно, поэтому не переключайтесь. Мы сейчас будем ухаживать за малышом. Опа, ребят, у меня ежедневная награда, смотрите, моему малышу уже 7-й день. И да, получим брюлики, а почему бы и нет? Так, где моя малышечка? У меня девочка, да? У меня девчулечка моя маленькая. На ручки хочешь? Ну иди к папе, иди к папе. Так, ребят, и что она хочет, интересно? Ты просто хочешь к папе или хочешь в детскую, в кроватку? Спать хочет, да? Ну полежи, моя маленькая. Пусть, ребят, пусть лежит. Так, у нас что здесь светится? У нас 415 брюликов, вау. Так, что здесь? Так. О, смотрите, какие есть скины! Обалдеть, есть дьяволенок, есть супергерой. О, ну у меня такого нету, ребят. Так, это что такое? Прически. Давайте, пацан будет. Пусть пацан. Чик-чик-чик-чик. Назад. Так, где мой мальчик? А, мой мальчик лежит. Ребят, все, у нас 6-й день. И мы начинаем. Так, так, так. Поехали. Тут на время. Я помню, надо найти его любимую игрушку, ребят. Найти бутылочку, помыть бутылочку. И налить молоко туда. Вот есть бутылочка. Берем. Быстренько подходим, ребят. Это все на время надо делать. Так, наливаем туда молочко с автомата и отдаем моему сыночку. Тык-тык-тык-тык-тык. На, мой маленький, на, покушай. Так, ребят, папка справляется со своим. Ха, снять подгузник. Так, идем, малыш. Джик-джик-джик-джик. Вот пеленальный столик, ребят. Сюда, подгузник сюда. И, так, ребят, главное попасть. Ай, блин, я обратно в какахах. Ребят, обратно в какахах я, мама мия. Так, взять присыпку. Срочно, срочно используем присыпочку. Ух, я еще и голодный. А, сейчас, дай дотянусь. Так, выбрось эту штуку. Надо поесть, ребят. Потому что я буду очень медленным, если не поем. Так, малыш, давай сюда. Быстренько. Так, и чё? Пошли. Стульчик, садись. Так, найти игрушку и отдать малышу. Так, ребят, похавать. Надо похавать печенька. Так, а что же ему за игрушку-то дать, ребятки? Может, расческу ему можно дать? На, будешь расчесочкой играться? А ну на. Не, ребят, короче, расческа ему не годится. Надо срочно... О, этого слоника сейчас попробую дать ему. А ну на. На слоника. Не, минус 20 секунд, ребят. Кораблик. На, кораблик, зайка. На, кораблик. Ребят, это не та игрушка, короче, выбросить кораблик. Я не знаю. Давай. Ух. Так, быстро, малыш, на. Не, ребят, это тоже не годится. Ух. Так, мне надо яблочко скушать. Раз, яблочко, два, суши. О, так, минута остается, ребят, минута остается. Вот машинка есть, красная машинка. Так, малыш, на. Не, ребят, я очень переживаю. Ух, не хочет машинку. Вот есть розовый мишка. Так, на розового мишку. Неужели я угадал? Ребят, надеюсь, я угадал. Да, ребят, есть. Фух, я угадал. Фух, я нашел его. Ой, мальчик мой, пойдем, хочет спадки. Фух, ребят, реально стрёмно. Фух, я сделал этот день. Фу, ес, ребят, ес. Класс. Кому нравится симулятор мамы, поставьте лайк, пожалуйста, ребят. Игра классная. Давайте соберем 1000 лайков под этим видео. А, у нас открыта гостиная. Открыть. Бежим открывать. Откроется на 7 дней. Пфф, а что это на 7 дней? Ух тышка. Ребята. Новая комната. Смотрите. Какой диванчик. А вот, ребят, смотрите, какие колонки. Телевизор. Это домашний кинотеатр. Светомузыка есть. Каминчик. О, как тут тепло, ребят.
коврик, столик. Обалдеть, ребят, здесь можно с друзьями со своими сидеть, смотреть телевизор. Ах, пока не позовет меня мой маленький малыш. Ха-ха. Ну, вообще, мне очень нравится. А кому я могу позвонить? Никому. Мама нас бросила, пошла на работу. И папа, ну, я папа, да? Теперь надо не забывать хавать. Начинаем день, ребят, и сейчас меня ждут новые испытания. О, привет, мамочка, сделаешь мне красивую прическу? Кто это сказал? Ребят, это что? О, я не понял, это что, есть? Это от малышу надо соска. О, елки-палки, ребят, у меня есть старшая дочка. О, я думал, у меня только сынулик. Так, кто? Кто? А, взять расческу, ребят. Срочно берем расческу. Где ты? Вот, вот она, ребят. Это старшая доченька у меня. Обалдеть. Так, доча, сейчас папа сделает все. Ну как, тебе нравится? Фу, найти игрушку и отдать малышу. Ребят, что за день такой? Что за день? Мама мия. Малыш, ты какую игрушку хочешь? Давай машинку. Не, ребят, обратно не там. Ну, мама мия, вот это день. Кто сказал, что легко быть мамой? Вообще нелегко. Кстати, он показывает, что хочет. Он хочет самолетик красный. Вот. Так может и первый раз он показывал, а я не обратил внимания. Ай-яй-яй-яй-яй. Фух. Так, ребят, дайте похавать что-нибудь. И кушать ничего нету. А там что, печеньки есть для папы? Пакетик кофе? Блин, ладно, не, потом буду пить. Так, найти бутылочку, помыть бутылочку. И что сделать? Налить молочко и дать молочко малышу. Ё-моё, ребят, это все на время, представляете? О, реклама. Да, доволен малыш, да? Фух, ребят. Иду. Так, ребят, день пройден. И сколько я заработал, ребят? 5 звезд или нет? Фух, очень сложно было. Очень сложно, ребят. Капец какой. Вот это да, ребят. Вот это сегодня денек. Я узнал, что у меня есть старшая дочь. Так, малыш, а ну будь тут, пойду проверю. Точно это моя дочь. Обалдеть, ребят. Смотрите, какая взросленькая. Доча, давай папа тебя погладит. Ой, классно, ребят. Вот это класс, вот это класс. Ах, я посидеть тоже хочу, можно? Не, нельзя, ребят. Сидеть здесь нельзя. Так, капец, что здесь, ребят? О, я могу уже забрать свои награды, маленькие награды. Фух, обалдеть, пойду попью кофеечку. Возьму. Так, надо взять пакетик кофе. Сюда. Кружечку. Не, ребят. Кружку положу пока. Синяя банка, тостер, пельмешки? Есть пельмешки у меня. Так, а как кофе пить-то? А ну, включайся, кофемашина. Ребят, я не знаю, как кофемашиной пользоваться. Так, здесь плита, кастрюльки, микроволновочка. Тоже все, короче, так, не очень-то работает. Так, сынуля, пошли, папка тебя уложит спать. Ложись спатки. Баю-бай, засыпай. Спи, мой маленький малыш, баю-бай. Ладно, ребят, буду заканчивать эту игрушку. Ставьте лайки, если вам понравился симулятор мамы. Ну, обалдеть, сегодня было очень интересно, очень-очень. Короче, давайте, увидимся, пока.